Всем привет! Компания Endurance. Представляю вам сегодня девайс будущего. Устройство SelfieBot. Что за устройство? На устройстве устанавливается мобильный девайс, будь то планшет, либо телефон. Крайне полезен этот девайс как для личного общения индивидуального, для частных пользователей, так же и для бизнеса, будь то общение на конференциях, общение на совещаниях, обслуживание клиентов в банках, в магазинах, все что угодно. Вот сейчас перед вами находятся две модели SelfieBot. Обе модели с обновленной электроникой, с дополненной начинкой программной. Давайте я вкратце покажу, что за начинку мы установили в эти устройства. Есть такая вот функция, как следование за лицом, face tracking. Подключаем программу, включаем face tracking и подключаем наше устройство. И как только устройство обнаруживает лицо, автоматически идет поворот за этим лицом вправо-влево, также вниз-вверх. В любом направлении двигается планшет и в стороны, и в вертикальном направлении. Точно так же и данное устройство обладает таким же функционалом, очень широким. Полезная вещь в применении.